Елена часто телеграм пересматривает семейство сообщения. Дети, внучек, внуков, все сообщения ей интересны. Я эти сообщения копирую для видеоархива семейном сохранения и еще для клипов записи с пониманием, что любой хороший дар прекрасно увидит. Всем привет, смотрите, какие у меня обновки, помимо моей короткой прически. Они мне полезны. У меня появился диван. Вот так, что жду своих родителей, которые помогут мне его помыть, собрать. И все можете приезжать в гости, и даже можете здесь оставаться ночевать. Да, замечательно. Ну что, первый супчик на своей кухне.